Телекомпания «Актис» присоединяется к поздравлениям. Мы желаем нашим медикам благополучия, профессиональных успехов и, конечно, здоровья. Несанкционированные пляжи проверили сотрудники Ангарской ГИМС. Инспекторы получили сообщение, что с Китайского моста в воду снова прыгают подростки. Во время рейда юных экстремалов проверяющие не обнаружили, поэтому решили вернуться сюда вечером и в выходные. Отдыхающим в прибрежной зоне сотрудники напомнили, чем опасно ныряние с мостов. Данные мосты не предназначены для вот таких вот ныряний с них, так как не обследовано дно. На дно может быть всякие коряги, бревна, либо какие-то еще бытовые промышленные отходы. Соответственно, при данных таких экстремальных прыжках можно покалечиться. С начала этой недели на водных объектах области уже утонули 3 человека. Один из них – ребенок, который нырял и купался на диком пляже в Осинском районе.